В рамках Года культуры 14 мая в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки развернется экспозиция «Мастерская Миши Григоряна и его ученики». Наша съемочная группа узнала, как идет подготовка к выставке. Слава мастера в его учениках. Миша Григорян – профессор кафедры живописи Чувашского государственного педагогического университета, и недостатка в учениках у него нет. Они часто собираются в мастерской своего наставника и вместе работают. Вот то, что сегодня здесь выставлено, да, это они работают целью в основном у меня в мастерской, рядом со мной. Есть некоторые мотивы, тоже похожи, потому что если я поставлю натюрморт писать, и я пишу, они пишут, ничего страшного нету, у каждого свое лицо. Но самое главное для меня это, чтобы ребята вспомнили, что есть такая выставка, есть такой преподаватель, и чтобы дальше они начали писать, не забыли это. Миша Гришевич учит своих студентов не только тому, как правильно класть мазки на холст и как работать со светом. Гораздо более дорогое умение – радоваться жизни во всех ее проявлениях, любить людей и то место, которое стало для тебя второй родиной. Миша Григорян родом из Ленинакана, Армения. Но уже почти 40 лет воспевает в своих работах красоту Чувашии. И пусть у нас нет такого буйства южных красок, зато в национальной культуре столько необычного, важного, глубинного. Этот столб называется «Ужа-Юби». Это мощный оберег семьи, это символ рода. Этот столб стоял раньше в каждом доме. Получается, это была ось дома и ось земли. Как бы все вот эти... И все вокруг этого столба вертится. Это такая значимая вещь. Выставка-мастерская Миши Григоряна и его ученики – замечательный образец, как можно соединить в одной экспозиции индивидуальный почерк и разнообразные художественные пристрастия. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.